Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими продажами, что я продала за последнюю неделю с 24 по 30 апреля. Это, я считаю, с субботы по воскресенье. И сколько я с этого заработала. Было продано 21 вещь. Да, прошлой неделе было так себе, скажу честно. Но в любом случае я выполнила свою цель. Это $500 в неделю выручки, поэтому все нормально. Я буду использовать iPad, я буду сделаю screen recorder, это называется, и буду вам рассказывать и в то же время показывать, что было продано. Поэтому мы начинаем. Начнем мы с вами с Poshmark, что же было продано у нас на Poshmark. Так. Первое, что мы продали на Poshmark, это Zara, детская курточка получается. Я ее продала за $15. Вот каким образом она выглядит. За $15 я ее продала и заработала я с нее $12. Дальше, следующая вещь. Это Fabletics, это спортивная бра, она была новая с этикеткой, размером Double Extra Large. Я ее продала за $25 и заработала с нее $20. Вот таким образом выглядит этот бра. Также у меня есть еще леггинсы, точно такие же, точно такого же размера. Они до сих пор у меня свободные в магазине. Следующая вещь это... Такая вот простая розовенькая кофточка, которую я нашла на свалке барахолки. Она была новая с этикеткой. Называется она Skunhead Woman's Tub. Продала я ее за $18 и заработала с нее $14.40. Далее следующая вещь. Это Лорен. Ralph Lauren. Это винтажный свитер. Размер small. Вот таким образом она выглядит. Здесь у нас есть лого, как вы видите. Продала я ее за $29, без всяких дискаунтов. Человек сам зашел и купил. И заработала я с этого $21.48. Дальше. Патагонию. Вот видите, голубая Патагония. Девушка ее купила. И буквально не прошло и часа, она говорит, ой, простите, я сделала это по ошибке, может, не могли бы вы отменить? И мне пришлось отменить заказ, так что вот такие вот дела. Дальше шлепочки от фирмы Teva, которые я находила на свалке, поношенные, даже такие поношенные в ужасном состоянии. И те продались тоже без всякой скидки за $19. И я за них заработала $15.20. Следующая вещь, это экспресс-платье. Она была новая с этикеткой. Продала его за $31, тоже без всяких разных там скидок и офферов. И заработала с него $24.80. Следующая вещь это худи от Lululemon. Оно у меня было больше года. Что я сделала? Я его заново выставила. И оно продалось у меня за $25. И я заработала с него $18.28. Далее. Мужская худи. Nike Just Do It. Нашла на прошлой неделе на свалке барахолки. Продалась очень быстро за $19. И я с нее заработала $15.20. Так, что у нас дальше? Coca-Cola свитер наконец-то продался за $20. Помните, он у меня с мишкой. Новогодний праздничный свитер вот такой вот красивый продался за $20 наконец-то. И заработала я с него $16. Так, так, так. Дальше Патагония. Брюки Патагония. Я их находила, помните, в магазине у бабушек. Продались они за $34. Женские брючки от фирмы Патагония. И я заработала с них $27.20.
Следующая вещь – это футболка от фирмы J. Crew. Также она у меня висела очень долгое время, никому не нужна, и я снова ее перезалистила. Сделала новый листинг, скажем так, и она у меня продалась задешево, но продалась. Мне главное было ее продать за $12, заработала я с нее $9.05. Так, дальше, вот эти джинсы тоже у меня года два, наверное, сидели, поэтому мне было их не жалко отдать даже за $15. Disco pants, disco джинсы от True Religion, продалась за 15, заработалась $12. Далее, последняя вещь у нас на Poshmark, это сумка от Disney, Mickey Mouse, Minnie Mouse, которая reversible, также я находила ее на свалке-барахолке, она тоже у меня была очень долгое время, продалась она у меня за $17, и я заработала с нее $13.60. Так, вот это все, что было продано на этой неделе на Poshmark. Следующее мы с вами переходим на Mercari. Что же мы продали на Mercari? My listings. Давайте в прогрессе то, что мне нужно будет отправить. Это буквально вот вчера, сегодня продалось. Так. Продалась вот эта вот кепка от фирмы Gymshark. Окей, я не буду так открывать. Посмотрим. Вот таким образом я буду открывать. Окей, продалась вот эта кепка от Gymshark. Я ее выставила буквально вчера, нашла на свалке за 25. Сразу же, буквально там через несколько, не знаю, в течение часа или нескольких часов за $20 мне предложили ее продать. И я, конечно же, согласилась. Следующая вещь, это продалась сегодня. Вот это платье от фирмы Free People. Нашла я его на свалке барахолки. И продала его за $40. В конце я скажу, сколько я всего заработала. Я уже почитала, сколько после того, как от меня взяли все вот эти фи, все эти веб-сайты. Но нужно из того будет нам вычесть с вами нашу стоимость. И мы не считаем налогов. Налоги уже считаются потом отдельно. Дальше. За $65 я продала вот эти вот кроссовки On Cloud. Я уже пары 4, наверное, таких продала. Отправила ему оффер, выставляла за 95, специально повыше, чтобы побольше заработать. Отправила оффер за 65, человек согласился. Так, и вот эта футболка, я так понимаю, тоже была продана вчера. Она новая, она у меня так недолго сидела, в принципе, от фирмы Vineyard Vines. И Cape Cod продалась она за $19, заработала примерно $17.12. Так, дальше мы с вами переходим на eBay. На eBay всего были две продажи. Первая продажа, это, конечно же, эта сумка от фирмы Tommy, которую я нашла за $20, если вы помните, в магазине Salvation Army. И на следующий день человек у меня ее купил за $200. Она абсолютно новая, $325 она стоила, такая сумочка. Дальше, еще одна вещь у меня продалась на eBay. На eBay я, кстати, работаю потихоньку, и у меня потихоньку он растет, мой eBay. Так, и вот эти вот леггинсы у меня тоже так же вчера продались за $23. Находила я их тоже на свалке от фирмы Trina Turk. Вот такие вот крутые леггинсы. И вот это все, что у меня продалось на Poshmark, eBay и Mercari. И также у меня была одна продажа на Depop. Кстати, на Depop у меня уже было... То есть я открыла магазин 2-3 недели, у меня было две продажи. Это для меня уже большой прогресс. На прошлой неделе была одна продажа. У меня здесь нет на iPad, поэтому я вам просто так скажу. Это рубашка от фирмы True Religion. Продалась она за $27 примерно. Заработала я с нее $24.30. В общем, я почитала за эту неделю, за прошлую неделю, получается. Я продала 21 вещь.
и я заработала 563 доллара и 18 центов. Из этого вам нужно с вами вычесть нашу стоимость. Большинство вещей у меня со свалки-барахолки, где я плачу примерно доллар за вещь. Но есть и некоторые вещи, которые я покупаю, допустим, в обычных секонд-хендах. Например, вот эта сумка, которая была продана за 200, я ее купила за 20 долларов. Также белые кроссовки, я их тоже покупала за 25 долларов примерно, а продала за 65. Так что давайте будем считать примерно, ну вот эти вот 63 доллара, возможно, я и истратила на свой товар. Так что где-то 500 долларов, которые я планировала, я их заработала. И продажи были так себе на прошлой неделе, но несмотря на это, я все равно укладываюсь в то, что я должна заработать. На позапрошлой неделе у меня даже было больше, где-то 600 чем-то долларов. Такие вот дела. Дайте знать, если вам интересно такие видео, где я делюсь с вами своими продажами за неделю. Тогда я буду продолжать пытаться их снимать каждую неделю для вас и как-то отчитываться, чтобы другим людям тоже это было как-то полезно. Все, на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Не забывайте пальцы вверх, ваши подписки. Буду очень рада. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.